Я видел страх в чужих глазах, когда я в пропасти лежал. Лежал и не мог поднять руки, но я не слаб, как думал ты. Отныне мне тебя не жаль. Мой репост теперь всему вопреки. Мне нужно встать и идти, я даже двигаться не мог. Еще в 13 я упал, с горы катился как комок. Затем не чувствовал тело, даже забыл как дышать. Еще в секунды и была моя убита душа. Мои друзья не думали, что все настолько серьезно, пока на снег из моих глаз падали горькие слезы. Они смеялись долго и, наверное, ждали ответа. Но когда поняли всю суть, радость ушла незаметно. Кто-то сразу убежал, а кто-то просто сник. Ведь они думали, что будет много спроса в сник. Я мог уйти и все забыть про свое детство бедных лет, но продолжал бороться, хоть уже и видел белый свет. Я помню, как меня врачи руками клали на лежак, затем палаты и растяжки я как камень там лежал. И когда спал, я видел, как стоял во сне перед мамой, позвоночник был помят, компрессионный перелом. Я видел страх в чужих глазах. Себя и вижу свет, и больше нету тех друзей, что раньше мне кидали свои комплименты. Те моменты отложили следом на душе моей. Я полюбил кровать, ведь очень долго я лежал на ней. Меня забыли все, кроме обхода врачей. Я помню, как тогда устал при виде схожих ночей. Я не мог ноги согнуть, будто колени нет, хотя я верил, близится восстановление. Через полгода я в корсете делаю первый шаг. Я не спеша ступил на землю, пятка еле дыша. А тело слабое совсем, и я сложился как верно. Через силу поднимался, ведь я сам в себя верил. Когда вернулся я домой, всю жизнь стало иначе. Но буду помнить, как во мне погиб тот маленький мальчик. Потом я в школе на носке оставил просто записку, чтобы жить для вас, отделать свой репост организму. Я видел страх в чужих глазах. Как бы жизнь не била в грудь, меня и просто не сломать. Больше не верю тем, кто мне кидает броские слова. Я мог уйти, но я вернуться, поджигать ваши сердца и всему телу мой репост. Ты теперь можешь